зоны, то есть вы соблюдаете правила дорожного движения? Да. Какие молодцы. Перешел дорогу на зеленый сигнал светофора, получи подарок. В Самаре впервые проходит акция «Пятерка» от ГИБДД. Сотрудники госавтоинспекции напоминают детям о правилах безопасности. Ученики, которые не нарушают ПДД, переходят дорогу в разрешенных местах, а также прикрепляют на свою одежду светоотражающие элементы, получают от сотрудников ГИБДД символичные «пятерки-магниты». За январь текущего года в дорожно-транспортных происшествиях у нас уже пострадало 6 несовершеннолетних, 4 из которых являлись пассажирами, 2 являлись пешеходами, один из которых в нарушении правил дорожного движения, проезжую часть, перешел на красный сигнал светофора. Данной акцией мы хотим, конечно же, в первую очередь достичь максимального снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Отличные оценки за поведение на дороге получили 20 учащихся 37-й Самарской школы. Учебное заведение находится недалеко от городской магистрали, поэтому вопросам безопасности здесь уделяют особое внимание. Кроме того, что к нам приходят сотрудники ГИБДД, классные руководители, раз в неделю, раз в две недели, как минимум раз в две недели проводят профилактические тоже классные мероприятия, пишем. На уроках безопасности тоже работаем, потому что жизнь и здоровье детей – это самое главное. Профилактическая акция «Пятерка» от ГИБДД будет проходить у школ города регулярно. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».